Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет обзор пластиночек от Beauty Big Bang. У меня уже есть обзор на канале на эти пластинки, но еще хотела раз вам показать и протестировать обычными лаками. Всем, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много чего интересного. Буду я тестировать эти пластиночки штампиками от Beauty Big Bang. Итак, посмотрим поближе. Вот такую пластиночку я уже тестировала, обзор на канале есть, очень красивая такая яркая летняя пластина, надо уже готовиться к весне, к лету, и решила вам показать такие пластиночки. Так как качество у Beauty Big Bang хорошее, вот эта красивая пасхальная пластина под номером 058. Сзади на подложке будем мы с вами все тестировать обычными лаками. Так как тестирование лаками для стемпинга я уже делала, буду тестировать все обычными лапками. Вот это моя любимая пластина 0.25 с девчонками. Красивая, яркая, всем советую эту пластину. Хорошее качество в этих пластинах. Пластина под номером XL 0.25. Да, пластина классная. И еще одна пластина, это уже больше геометрия, я бы так сказала. Вот такая пластина под номером 053. Всяческие узоры, линии. Итак, мы с вами будем сейчас тестировать обычными лаками. Еще хочу сказать, что я вам ставлю промокод на скидку 10%. Эта скидка действует в официальном магазине Beauty Big Bang, не на AliExpress. Надо обязательно зарегистрироваться на официальном магазине Beauty Big Bang, и тогда в графе дисконт при оплате вы вводите промокод, который я вам оставлю под видео, и у вас получается скидка 10%. Промокод работает на все товары, которые есть на сайте. Так что заказывайте, экономьте, если можно сэкономить, почему бы это не сделать. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Хорошо пластины работают с обычными лаками, как видите, разных фирм я взяла. Отличная у них гравировка, красивая эта пластина пасхальная, как раз к празднику Пасхи я вам советую, надо уже запасаться к весне, к лету. Вот такие у нас красивые зайчики. Хочу сказать вам, что ссылочки я на все товары вам, как всегда, оставлю под видео. Заходите, смотрите. Штампики это у меня любимые штампики, которые я только не пробовала, разных фирм, но от Beauty Big Bang для меня самые любимые штампики. Очень люблю я экспресс дизайн, работать с пластинами, так как дизайн на ноготочку получается в один миг, очень легко и просто. Давайте следующую пластину под номером 053, это новиночки. На сайте Beauty Big Bang, как видите, пока ввозилась, не очень хорошо отпечаталась, надо побыстрее, так как обычные лаки быстро сохнут на воздухе и получается, что нехорошо отпечатывается.
Если вы новичок в стемпинге, я вам советую лаки для стемпинга, так как ними проще работать, не быстро они сохнут и проще перенести рисуночек. Вообще стемпинг — это легкое дело. Раз, два, и дизайн на ноготочку готов. Не надо ничего рисовать, морочиться, так как я не очень люблю делать маникюр левой рукой, что-то выдумывать. Стемпинг как раз замена всему. Очень я посела на стемпинг, как вы заметили по моим последним видео. Практически в каждом видео есть какие-то пластинки. Давайте с вами на ноготочек сразу переведем. И чем еще мне нравятся пластины от Beauty Big Bang? Тем, что рисуночки идет на большие ноготочки. Как видите, у меня ногти еще маленькие. Рисунок большой, на длинные ноготочки смело советую вам. Давайте еще такие линии. Мне нравятся такие узоры, как линии. Наклеечки также я себе заказывала под такие узоры. Обзор также делала на канале, можете себе посмотреть. В золоте, в цвете. Давайте вот этот рисунок также себе перенесу на ноготок. Конечно, извините за маникюр, но хотелось показать, как, какая как бы длина самого узора, как он подходит на ноготочек. Да. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.